Детский сад расположен в глубине левобережного района, скажем так, на третьей линии. Но здесь есть довольно оживленный междворовой проезд, недавно построенный. Это удивительный детский сад. Он защищен от этого межквартального проезда экраном. Ну, вот таким вот, который обычно ставят на более крупных оживленных трассах. Разметки нет, лежачих полицейских около этого садика нету. Поэтому так довольно напряженно здесь. Что еще здесь можно сказать? Раньше этот детский сад был детским домом. Другими словами, домом ребенка. Вот. Сейчас его переоборудовали. Вот детский сад на месте несостоявшегося детского сада построили вот такую вот башню. Здание садика трехэтажное. Вот внутри мы, конечно, не побываем. Но вход на территорию только для родителей с детьми и воспитателей. Тебе в шкафчик положила бумажку. Ага, запомнил. Данный детский сад юридически относится к одной из школ левобережного района.